Свежие овощи и фрукты, ягоды, цветы, сельскохозяйственная техника, оборудование для сортировки и упаковки, семена, а также удобрения и средства защиты растений от болезней и вредителей. Более 1000 наименований продукции от 313 компаний из 34 стран. Бакинская международная сельскохозяйственная выставка с каждым годом набирает популярность. Проведение подобных выставок помогает усилить информационную базу, усовершенствовать техническое оборудование и расширить знания фермеров. В мероприятии принимают участие фермеры из 22 регионов Азербайджана. Кроме того, создается электронная система сельского хозяйства. Она будет состоять из 7 модулей, которые предусматривают автоматизацию операций в агролизинге и техническом контроле. Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка предлагает участникам еще и обширную деловую программу. Это форумы, круглые столы, семинары, конференции, заседания рабочих комитетов. Республика Беларусь, которая является одним из торговых партнеров Азербайджана, намерена и дальше развивать отрасль сельскохозяйственного машиностроения. Баку и Минск уже наладили экспорт совместной продукции в третьи страны. Сейчас стороны планируют приступить к производству хлопкоуборочного комбайна. Для того, чтобы увеличить объемы торгового оборота, Азербайджан и Беларусь также реализуют программу продовольственной безопасности. Мы здесь тоже нашли точки соприкосновения. Вот открывается уже первый магазин открыт. В ближайшее время еще несколько будет магазин белорусское. И я вот благодарен авторам этого проекта, что они позволили людям покупать тот товар, который им доступен и очень качествен. Аналогично мы выстроим и в обратном направлении. Мы потребкооперацию нашу сориентируем вот именно на то, чтобы мы покупали. Мы и сейчас покупаем, но мало. Зеленые все культуры, ранние овощи, фрукты, плоды. Второе направление – совместная переработка продукции, которая у нас не производится. Ну, допустим, гранатовый сок и продукты. К развитию агропромышленного комплекса Азербайджана интерес также проявляют Грузия и Нидерланды. Они уверены, что инвестиционные вложения принесут взаимную выгоду. Для Азербайджана и для Грузии сельское хозяйство является национальным приоритетом, я бы так сказал. Азербайджан – наш стратегический партнер, поэтому мы должны поддерживать этот отрасль, мы должны поддерживать отношения и, конечно, торговлю между двумя странами. Благодаря тому, что между нашими университетами, технологическими институтами, бизнес и агробизнес-сферами существует тесное сотрудничество, мы вместе можем достичь очень многого. В Азербайджане для этого есть хорошие возможности – климат, ирригационная система. Зарубежные стенды занимают 65% сельскохозяйственной экспозиции. По сравнению с прошлым годом, площадь агропромышленного форума увеличилась на 18%. Турал Асадов, Руслан Джафаров, Руфат Алекперов, CBC.